Мы это предприятие просто не можем потерять, вы же понимаете. МАЗ, БелАЗ, МТЗ – это лицо нашей страны и лицо нашего автомобилестроения. Поэтому я, конечно, у вас там и побуду, может быть, даже в этом году, когда вы разберетесь со всеми там проблемами. Но то же самое, посмотрите, там и кадры есть неплохие. Наверное, все-таки мы допустили ошибку в кадровом отношении. Не столько это моя вина, сколько тут у нас были деятели правительства, все надеялись, что руководитель нынешний вытянет предприятие. Поэтому разберитесь, если нужны какие-то кадры со стороны, не стесняйтесь, приглашайте. Но, опять же, большие возможности потенциально у МАЗа. Да. И предприятие вроде так внешне неплохое, и коллектив неплохой. Это же школа какая, а экономические показатели слабые. Мы не можем держать убыточное предприятие. И в том числе и Полисельмаша у нас. Предприятие должно и может работать. И поддерживали в свое время. Я бывал не раз на этом предприятии. И, конечно, нам надо это предприятие на нужный уровень выводить. Приложу все знания и силы.